Сотрудники МЧС Калмыкии продолжают профилактические рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности в жилом секторе в связи с холодным периодом времени года. Основное внимание уделяется разъяснению правил установки и эксплуатации отопительных систем, электронагревательных приборов в жилом помещении. В беседах с жителями республики спасатели подробно разъясняют, как правильно эксплуатировать нагревательные приборы, чтобы не допустить пожара, как избежать перегрузки электрической сети и короткого замыкания, а также раздают листовки и буклеты по пожарной безопасности.